Здравствуйте! Вас приветствует магазин «Батискаф». Меня зовут Александр. Сегодня вашему вниманию я представляю рейтинг масок от магазина «Батискаф». Сегодня в рейтинге участвуют одностекольные маски. Первая и самая крутая маска, по нашему мнению, является маска компании Scuba Pro Frameless. Frameless Gorilla, либо обычный Frameless. Лучшая одностекольная маска. Опять же, мнение магазина «Батискаф». Честно сказать, лично мое мнение. Вторая маска – это Crazy F1. Одностекольная маска, все так же безрамочная технология Frameless. Мягкая, комфортная, всем подходит. Очень хорошая маска. Следующая маска – Буша Max Lux. Третье почетное место – маска Буша Max Lux. Очень мягенькая, очень комфортная, к сожалению. Встречаются варианты, когда она не подходит. Именно поэтому она на третьем месте. По-другому она бы была только на первом. Следующее, четвертое почетное место. Это маска Scuba Pro Solo. Одностекольная маска, шикарная. Все, класс, многим подходит. Хорошая, иногда бывает момент, не совсем удобно зажимать нос. Все, маска идеальная. И последнее, пятое, но очень-очень почетное место занимает маска Barre Frameless. К сожалению, в нашем магазине «Батискаф» маска Barre Frameless осталась только в прозрачном силиконе. Но, тем не менее, компания Barre с маской Frameless занимает почетное пятое место моего, нашего рейтинга, рейтинга магазина «Батискаф» по одностекольным маскам. На этом, пожалуй, все. С вами была компания «Батискаф» и я, Александр. До свидания.